конце октября 2004 года в продаже появился тонкий вариант самой успешной домашней консоли всех времен — PlayStation 2. Помимо размеров, Slim-версия отличалась от оригинальной PS наличием Ethernet-порта, а также более тихой работой. Чтобы значительно уменьшить габариты приставки, инженерам пришлось вынести блок питания за пределы корпуса. Кроме того, пропала возможность подключать к консоли жесткий диск, что вызвало проблемы с некоторыми играми. Впрочем, к концу 2004 года лидерство PS2 на консольном рынке ни у кого не вызывало сомнений, и выход обновленной версии приставки только помог ей укрепить свои позиции. Она очень неплохо продается и сегодня. Создается впечатление, что ей вполне по силам пережить даже некоторые консоли нынешнего поколения.